А вы никогда не замечали, что в портрете Читы Арнольфини написано над зеркалом под люстрой? Приглядитесь повнимательнее. Там автограф Яна Ван Эйка, который написал. Ян Ван Эйк был здесь в 1434 году. Так что это не просто картина, это свидетельство события, на котором присутствовал художник, совершивший самую настоящую живописную революцию. Северное возрождение принесет вам еще много новых интересных открытий, так что не переключайтесь.